План дислокации был составлен еще 2 года назад. На каждой площадке будет установлено несколько пластиковых контейнеров, все в едином стиле. Он получился лаконичным и, по словам специалистов, хорошо вписался в общий вид курортного города. 20 контейнерных площадок уже установлены на улице Самбурова. По этому плану в 2017 году было по улице Самбурова установлено 20 контейнерных площадок. На ней было красивое бетонное основание под 2 контейнера и деревянная обрешеточка, обработанная специальными материалами от ультрафиолета, то есть если не вандалы, то будет долго стоять. Всего в Анапе обустроят порядка 200 новых контейнерных площадок. Появятся они и в сельских округах. На этом благоустройство города не заканчивается. Сегодня специалисты Ремстроя начали строительство так называемой народной тропы на улице Маяковского. Ведутся подготовительные работы. Старую плитку демонтируют и зачищают место под новый тротуар с бордюрами. Пока производим демонтаж старого тротуарного покрытия, и будем ложить новый тротуар в пределах 40 квадратных метров. Будет 2 тротуара, один здесь, один чуть подальше. Продолжается и расширение дороги по улице Крылова. Здесь предстоит определиться, что делать с гаражным комплексом. Большинство помещений давно не используются, да и хозяев найти теперь сложно. Пока решили территорию с гаражными боксами огородить забором и приступить к обустройству тротуара и зеленой зоны. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.